Я думаю, что этот вопрос требует, конечно, серьезного обсуждения, но пока мы далеки от идеальной ситуации, потому что наши чиновники и потеряли человеческий облик, конечно, многие и ездят, как хотят, делают, что хотят, и это эти все мигалки, эти как-то пересечения полос, но это все идет, как бы не только от того, что они делают то, что хотят, ведь в этот момент те люди, которые работают на дорогах, да, так скажем, полиция, они же перекрывают все это же, они разрешают им ездить, и вести себя таким образом. Я сама являюсь Автолюбителям, скажем так, я очень много времени провожу на дорогах и вижу все, что происходит. Конечно, это полная коррумпированность. Считаю, что неправильно, что нас просто так останавливают. Я ничего не нарушаю, почему меня останавливают. Да, это же неправильно и проверяют документы. А вдруг у нее с документами что-то не так? А вдруг она пьяна за рулем? А вдруг мы можем нажить на этом деньги? Да, но тем не менее наши люди все-таки достаточно законопослушные. Ведь еще совсем недавно никто не пристегивался, никто не пропускал э, пешеходов да, на пешеходном переходе. Дети не знали, что такое детские кресла. Тем не менее, удалось это все сделать. Да? Я думаю, что такие моменты показывают нам, что если у нас, у нашего руководства да, города хотя бы будет такая задача, то все будет организовано. Главное правильно поставить задачу.